тут база здесь такая интересная. Короленко 2. Короленко 2. Цветет все. Засыпают ее землей потихоньку. Это, я думаю, они специально сводят сюда, поднимают это, будут отсыпать. Засыпают прям с домиками, да? Домики. Домики еще стоят, а землю уже засыпают. Грунт. Такие растения у нас тут красивенькие всякие. Это ж сорняк, да, растет? На дереве сорнячок. Ну, растет красиво. Смотри, как дерево оплело все. Домики, главное, еще стоят. Турбаза. Роснефть теперь, да? Интересненько. Вот такая вот турбаза. Роснефть. Прямо возле трассы. Не, я понимаю, но я смотрю, грунт засыпают, даже не выровняв площадку, да? А потом будут выравнивать. Так а как потом выравнивать? Смотри, домики вперемешку с кучами грунта. Ну, домики снесут, да, и все, что там снесут. Так снесут, это же, ну, как бы... Катерпиллер. Это же не очень хорошо для площадки будет, когда дерево все это засыпется. Грунтом, что это будет? Думаю, надо вытащить их отсюда. Поставить дробилку и все. Девяточку. Ну, даже это, Юра автомат. ГАИ вон догнала машину. Вода прибывает. 2 метра уже здесь, вон уровень. И на вход, смотри, какой сильный. Мезыбь-то наша разлилась. Да? Да. Смотри, бурлит как. Слушай, давно я столько воды не видел. Он сейчас начинает же таять, дожди, начинает таять. А что там таять? Там особо таять-то нечему было. Так она течет, так не только, тут же в эту речку сколько ручейков со всего Кавказа. Вот, можете полюбоваться, уровень в реке 2 метра уже у нас тут. До критической еще 2 метра. 4. До критической еще 2? Ну, смотри, прям бревна плывут, да? Я тебе говорю, смотри, деревья целые. Вот, ну, деревья, смотри. Целые деревья плывут. Ничего себе. Все серьезно. Полюбуйтесь. Вот это сейчас оно там в море выливается. Ты представляешь, что там сейчас? Надо будет сходить глянуть, да? Я тебе жду сходить.
А не было такого? Не, она может там стихнуть. Здесь просто, понимаешь... Да не, как стихнуть? Так, тут угол, больше угол, далеко-то некуда идти. Угол, а потом только она, в море. Нет, потом она... Угол, скорость ее. А потом она параллельно идет уже. Прям бурлит. Скорость. По-горному так, по-настоящему. Мезык. Потихоньку вокруг все цветет. Цветет, пахнет. Вон, смотри, река обсыпается, берег вон, видишь? Угу, да. Берег обсыпается, и бревна плывут. Река обсыпается, и так подмоет, и дорога уйдет. Слушай, ну вот когда наводнение было, вода была выше моста, представляешь? Да, ты что? Да. Конечно, если она пошла в город. Ты представляешь, сколько воды было?